Привет всем любителям виртуальной распаковки. Давненько у нас не было с вами этого формата, а все потому, что Glossybox не радовал нас лимиточками. Но вот это случилось, новая лимитка на сайте Glossybox, и значит, любимый формат снова в деле. Давайте поскорее начинать, что же нам Glossybox с вами обещает. А обещает он лимитку с маркой The Body Shop. Эта лимитка обойдется в 45, если вы не являетесь подписчиком Glossybox, 35, если вы являетесь и никогда не покупаете сразу. Подождите, обязательно будут скидочки. То есть как минимум за 35 вы всегда сможете взять, самое главное ловить коды, ну а возможно даже и за 30 с чем-нибудь. Что нам здесь обещает? Обещает наполнение, и тут уже нечто странненькое. Наполнение сам Glossybox мне прислал 145 евро, при этом тут же сразу пишет, что наполнение 120, то есть непонятно, 145 или 120. На сайте написано все-таки 120, так что, скорее всего, к сожалению, не 145. Всего 6 продуктов в этом боксе, и купить его можно будет 16 числа. Сейчас пока что бокс не продается, но вы можете, то есть на момент записи, конечно же, этого видео, но вы можете поставить себя в лист ожидания, и вам пришлют, разумеется, на электронную почту информацию, как только бокс можно будет купить. Как правило, для подписчиков они дают такую возможность купить чуть пораньше, как минимум на несколько часов, а не для тех, кто подписан на Glossybox, не является Glossy, они открывают возможность приобрести чуть-чуть попозже. Итак, давайте начинать и виртуально открывать этот замечательный лимитированный бьюти-бокс. Маленький нежный цветок Эдельвейс, произрастающих в Альпах, растущий на высоте до 3000 метров над уровнем моря, в частично суровых погодных условиях, он известен своими мощными антиоксидантными свойствами благодаря собственному антиоксиданту лиантоподовой кислоте. В нем на 43% больше свободных радикалов, чем в ретиноле. Таким образом, звезда косметической линии по уходу за кожей Edelweiss может особенно эффективно бороться с вредными воздействиями окружающей среды, успокаивать и увлажнять вашу кожу благодаря своим натуральным активным ингредиентам. Растение Edelweiss является нежной, эффективной альтернативой синтетическим продуктом. Ощутите всю силу красоты растений Эдельвейс в этой специальной коробке и почувствуйте, как кожа становится по-настоящему ухоженной. Так, нас с вами приветствует, и наш первый продукт, который мы здесь видим, это полноразмерка. Полноразмерка 75 мл стоимостью 30 евро, и это ночная маска. Стать красивой в одночасье с помощью этой маски вы гарантированно сможете провести отличный ритуал ухода, пока вы спите. Содержащий 97% ингредиентов натурального происхождения, сохраняет кожу и увлажненный в течение 24 часов и оставляет ощущение эластичности. Новая формула содержит в 2 раза больше концентрации Эдельвейса, усиленного лиантоподовой кислотой для антиоксидантных свойств. И келево-кремовая текстура быстро впитывается, интенсивно питает и помогает поддерживать естественный барьер для влаги. Упаковка пригодна для вторичной переработки, теперь изготовлена из перерабатываемого стекла. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Как применять? Нанесите небольшое количество на очищенную кожу и нанесите на лицо, шею, зоны декольте перед сном. После того, как вы проснулись на следующее утро, вы уже удивитесь вашему сияющему и увлажненному цвету лица. То есть смывать ее не нужно, вы наносите просто как ночной крем. Следующий наш продукт, здесь у нас тоже полноразмерка, а это не может не радовать, 50 мл за 28 евро. Что же это такое? Это дневной крем. Дневной разглаживающий крем с Эдельвейсом не только сделает вашу кожу более упругой, но и придаст ей еще более свежий и сильный вид. Небольшого количества этого крема, который на 96% состоит из ингредиентов натурального происхождения, достаточно, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной в течение 48 часов. Шелковистая текстура позволяет легко сливаться с вашей кожей и защищает ее от загрязнений, сохраняя при этом ощущение суперувлажненности. Идеально подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Как применять? Утром и вечером нанесите на чистое лицо, шею и область декольте,
Количество размером с лесной орешек. Нанесите на кожу мягкими массажными движениями. Дайте немножко впитаться. То здесь они нам пишут, что можно, в принципе, как и вечерний уход использовать. У нас есть интенсивная ночная маска, а здесь крем, который дневной, но можно использовать и в качестве вечернего ухода. Следующий наш продукт, к сожалению, в мини-формате. Здесь у нас будет 7 мл. Обратите внимание, что здесь у нас написано объем 50 мл за 44 евро, 30 мл за 32 евро, а вот за 7 мл, которые будут в этом боксе, информации финансовой нет. Что же это такое? Это концентрированный серум. Обеспечьте себе естественный уход с помощью этой сыворотки. Он поддерживает вашу кожу в процессе естественного старения и подчеркивает ее естественную красоту. Ультралегкий, содержащий 99% ингредиентов натурального происхождения. Он идеально подходит для того, чтобы являться вашим новым фаворитом в повседневном уходе за кожей. Увлажняющая сыворотка быстро впитывается и придает коже свежесть и эластичность. Он на 100% пригоден для вторичной переработки, идеально подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Как применять? Нанесите 2-3 капельки на чистую кожу и аккуратно промассируйте. Избегайте кожи вокруг глаз. Здесь у нас, к сожалению, только 7 мл, но, надеюсь, следующий продукт нас с вами немножечко взбодрит, потому что это полноразмерка. 10 мл за 26 евро. Что же это такое? Это как раз-таки концентрат для кожи вокруг глаз. Вы узнаете, насколько эластичной может быть область вокруг глаз благодаря этому уникальному концентрату для глаз. Теперь он содержит 2 раза больше концентрации эдельвейса, который естественным образом усиливается лиантоподовой кислотой. Кроме того, пептиды природного происхождения, полученные из риса, обеспечивают поддержание естественного увлажнения барьера вашей кожи. Пока тонкие морщинки под глазами, привет, сияющая область под глазами. Как применять? Нанесите небольшое количество из 2-3 капель на чистую кожу вокруг глаз и дайте немножечко впитаться. Отличная вещь, и следующий у нас с вами снова полноразмерный продукт. 57 мл за 20 евро, и это у нас спрей для лица. Желаете дополнительной порции влаги и защиты от загрязнения окружающей среды? Что ж, эта космическая водичка увлажняет кожу и в течение 24 часов и придаст ей здоровое сияние. Совершенно новая, теперь каждая бутылка облучена вдвойне большей концентрации эдельвейса. По своему прочему, это средство идеально подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Как применять? Распылите на чистое лицо состояние примерно 20 см, закройте при этом рот и глаза. После этого приступайте к обычной процедуре ухода. Может использоваться для увлажнения в промежутках между нанесением макияжа или для закрепления макияжа. Но здесь очень маленький объем, буквально 57 мл. Следующий у нас с вами продукт, который мне однозначно бы понравился, потому что это тканевая маска. 21 мл внутри, 7 евро стоит, и здесь у нас с концентратом эдельвейса. Придайте себе сияющий вид благодаря этой тканевой маске, обогащенной на 2/3 концентратом сыворотки эдельвейса, придаст вашей коже особый вид всего за 15 минут и оставит после себя здоровое сияние. Маска подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной, и обеспечивает ценное увлажнение. Ко всему прочему, кожа выглядит более упругой и здоровой. Как применять? Очистите лицо, вынуть масочку нужно из пакета, развернуть, нанести на лицо, начиная со лба, по контурам лица и разгладить. Оставить на 15 минут, чтобы подействовал, а затем снять маску и оставшийся концентрат втереть в кожу массажными движениями. Также продолжить обычный свой уход. И это был наш последний и заключительный продукт. Что мы с вами имеем? Мы с вами имеем отличную систему уходовую со всеми этими продуктами определенной линейки от этой марки. Соответственно, мы сможем с вами попробовать, распробовать и поухаживать за кожей. У нас был буквально только один продукт неполноразмерный, все остальные это полноразмерные продукты, поэтому я считаю, что бокс вполне удачный, классный, интересный. За 35 можно его взять, если вы являетесь, конечно, любителям этого бренда или хотите с ним познакомиться, это хорошая, классная покупка. Я лично покупать, скорее всего, не буду. Мне больше интересна другая лимиточка от Look Fantastic. Я присматриваюсь к ней с маркой Caudalie.
Я не знаю, буду брать или нет, потому что по финансам они получаются плюс-минус. От Look Fantastic она стоит дороже, но я могу взять ее за 36 евро. Здесь у нас бокси, которые я могу взять за 35 евро, поэтому я пока думаю, какая мне будет интересна и будет ли интересна в принципе. Но склоняюсь все-таки к Кадали. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта лимитка, будет ее брать или нет, или, может быть, вы все тоже присматриваете каким-то лимиткам от Look Fantastic. Обзор, спойлер на Look Fantastic лимиток я вам не делаю, потому что там сразу открываешь сайт, и вот они, все продукты, можно на них посмотреть. Что касается Glossy Box, то он скрывает свое наполнение и нам показывает буквально только несколько продуктов, которые являются основными такими хайлайтами бокса. И мы не знаем, что в итоге мы покупаем. То есть это полный сюрприз. Мы с вами сюрпризы, конечно же, любим, но еще больше мы любим знать, что мы покупаем. Не мешка в коте, не кота в мешке, а все-таки полноценный, стоящий бокс. Стоит он тех денег, которые вы за него заплатите или нет, мы с вами всегда узнаем здесь, благодаря спойлерам и виртуальным распаковкам. Надеюсь, видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Тогда не забывайте, конечно же, пальчик вверх. Это отличная мотивация и поддержка моего канала. Конечно же, если вы еще не подписаны, давайте исправим это прямо сейчас, кнопочка внизу под этим видео, тогда вы не пропустите никакие классные видео, виртуальные распаковки. Все здесь у меня на моем канале. Я же буду с вами прощаться, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, чтобы у вас все было хорошо, берегите себя и до встречи в следующих видео. Пока-пока!